Последствия урагана в Люберцах полностью устранят до 1 августа. К этому сроку коммунальщики должны выкорчевать и вывести пни поваленных деревьев, а также привести в порядок ограждения и детские площадки, которые повредила стихия. Напомним, что ураган обрушился на Москву и Московскую область 29 мая. В Люберцах шквалистый ветер повалил 1296 деревьев и 12 рекламных конструкций. Было повреждено 63 автомобиля, 12 светофоров и 12 детских игровых площадок, 4 кровли жилых и административных зданий. После такого разгула стихии приходится восстанавливать 960 погонных метров ограждений. По всем заявкам жителей оперативно принимались меры по удалению аварийных и опасно накренившихся деревьев. В настоящий момент деревья распилены и почти вывезены. Яна Яковлева, телеканал ЛРТ.